Поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушила и старую мантию так аккуратно зашила. Дала ему пачку махорки, в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь. Сказала ему, обласкав его взором лучистым: получи их, бей, а не то прослывешь пацифистом. И пряников сладких отнять у врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура! И вот отгремело прощальных речей торжество. В походе король свою армию переиначил. Веселых солдат интендантами сразу назначил, а грустных оставил в солдатах авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной. Ефрейтор морально нестойкий женился на пленной, но пряников целый мешок захватили они. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не надо, друзья, предаваться, ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватало.